Начинал с покупки кредит велосипеда Stealth Navigator 830. Начал ездить в Москву. Там ни хера толком проехать не мог. Вставал, парился, рвал цепи. А потом купил первый велосипед уже такой горный. В России проходит Кубок России по эндуро. Поехал в нее участвовать на Собер. Ехал домой, наверное, не было ни одного места, где не было бы синяка или царапины. Но начало было положено. Наверное, нет ни одного сустава в теле, который бы я не выбивал, не получал бы растяжений. Я ломал ногу. Ну, вот до сих пор хожу с железом в ноге, но в горы езжу, катаюсь. Ну, все, ну, сломал ногу и сломал. Еще раз сломаю ногу и потом залечу и дальше буду кататься. С родителями там на море ездили, мне на море всегда пофигу было, как горы всегда тянули. Я хочу, чтобы в России велосипедный такой горный спорт развился. Просто надо, чтобы это стало олимпийским видом спорта. А пока оно не станет олимпийским видом спорта, так и будут пацаны по лесам трамплины копать, как по воскресеньям. А тренироваться и серьезно кататься просто для себя, ну это надо такую сверхчеловеческую волю иметь, мне кажется. Может, у меня есть сверхчеловеческая воля, я не знаю.